Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня веселуха, у нас сегодня наконец-то на русском сервере добавили небольшого замка. И я удивлен, что Эльжи все-таки пересмотрела и добавила на русский сервер это. Я не знаю, с чем это связано, но судя по всему, только с акциями. Я не могу думать, что на русском и так халявы много. Не знаю. Так, что у нас сегодня по рынкам интересного? Ваши ждейс, орбы. Что такого интересного нету? Карточку вытащили. Остров. В принципе, ничего интересного в пятницу нет. Побежали на русский сервер. Посмотрим именно русский. Что же все-таки на русском интересного есть? И сейчас будем с вами смотреть правила. Так, супер набор. Ну, то, о чем я говорил, что ничего такого обычно в пятницу нет. Супер набор, войди в игру. Колесо фортуны. Вот оно, от небольшого замка. Карта богатства. Парящий остров. Подарочки вроде были уже. Да. Так, идем. Огни большого замка. Посмотрим. Что тут у нас есть? Ну, все то же самое, что и на других серваках. Зажгли и забрали сразу же. Так, что вам нужно сделать? Вот, выполняйте задание, получаете звезды. Используйте звезды для повышения уровня праздничного торта. Забирайте награды, повышая уровень праздничного торта на 1 до 6 левела и получите все награды. Вот, купите 3000 самоцветов или более. Бонусные самоцветы не учитываются, чтобы получить награды выгодного бонуса. То есть, соответственно, если вы хотите купить вот второе, именинный бонус вам надо задонить, ну как всегда тут, все и так понятно. Звезды может поступать с задержкой 30-50 минут, если не поступили 60. В общем, какой варик? Я не знаю, тут просто варик все открыть, а потом уже задонить, то есть на заказ. Это что у нас получается? Меньше среднего пака там. 700 рублей около того. Заработайте найм героев за самоцветы, заработайте, совершив смену таланта за самоцветы, ускорение постройки процесса постройки, точнее оживление, выращивание. Ну, лучше всего ставить обычные зеленые яйца, не синие, не фиолетовые, дешевле будет. Так, торговца в кабашке впервые за день, заработаете снаряжение впервые за день. Короче, все за натрату, ребят. За самоцветы, за самоцветы, за самоцветы, за самоцветы. Найм, это надо было в первый. Только во время проведения события на MX10. Ну, у нас, к сожалению, я не знаю, сегодня, наверное, на русском сервере найма X10 нету, и он здесь только в день замка владельца, поэтому этот пункт пролетает, наверное, у всех на русском сервере. В общем, что в этой акции, вот 3000 и более, чтобы получить бонусы. Что в этом заказе хорошего есть? Ну, третьи сундучки. Там, по-моему, исцеление можно вытащить, если я не ошибаюсь, камешки. Ну, остальное. Вот эти вот, я даже не знаю. Сейчас я гляну, может, это в описании есть. Не, нету. Я забил их открывать даже. Карта богатства, парящий. Фортуна.
Ничего такого сверхъестественного. На 780 у вас вариант только вот это вот сегодня купить. Но не обязательно сегодня покупать, можно это все открыть и в другой день, если оно вам надо. Такс. Ну, вроде как бы все. Таланты выигрывают на русском сейве. К сожалению, ничего такого нету. Поехали на немку глянем. Что у нас интересного на немке добавили? Может, что-то ночью изменилось? Там должен быть пират. Самое классное здесь то, что пират здесь идет 2 дня. Больше ничего здесь такого не добавили. А наградам. Ну, тут то же самое все. Да, тут ничего нету. Давайте единственное зайдем, заберем плюшки. Пыльцы, ребятушки, халявных. Один осколок. Кстати, многие уже пособирали дуэлянта с где-то море или раскол падает на халяву. Поэтому его нету смысла покупать, его можно собрать. Ну, если, конечно же, у вас есть команда с кем бегать. Такс. Ну, вроде все. Тут мы все посмотрели. Так, поехали еще на Тайваньку. Может, что-то на Тайване интересное есть. Давай, как всегда, тоже ничего интересного такого нету. Еще добавилась какая-то одна акция. Ну, радует то, что на русском сервере они хоть не кинули русский сервер и все-таки добавили. Как не потому, что на всех серваках есть, но видите, здесь самый, наверное, один из таких кайфовых, как по мне, островов, потому что здесь есть хоть и много всего, но зато здесь есть и Мэри, и Дуэлянт, и Зефир, и Барт. В принципе, в нормальном количестве от 2 до 10. Ну, относительно нормальным, конечно, если сравнивать с немкой, где дают по 20 осколков определенных героев. Это одно. Но тут, конечно, даются все. Плюс, конечно, много очень расходников, которые, ну, не знаю, они портачат, конечно же, возможность достать, но здесь хотя бы она есть. Надеюсь, что в ближайшей обнове они это все изменят, и мы сможем это все с вами потестировать, смотреть. И все здесь разобрались. Жаль, еще английский чек на разок. Надо забрать HBMK. Я не знаю, она у меня уже снится. Я уже замахался, честно говоря, ее проходить. Уже надоело.
Но вот это вот тоже классная тема, особенно если у вас выпадают такие карты, нормально плюх получаете в итоге. Ну, в два раза больше, по сути, две карты смены, я считаю, это тоже очень хорошо. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.